Мне позвонили представители банка, представились представителями банка, сказали, что на мое имя оформлен кредит потребительский, который должен перейти на чужую карту. Для того, чтобы этого не произошло, и чтобы мошенники не воспользовались моими данными, которые там указаны в полном объеме, я должна была снять деньги и перевести на их карту, которую они мне укажут. Я была в банке, сняла деньги, перевела на тот счет, на который указали представители банка. 1,5 миллиона рублей.